Приветствую всех себя на канале. Сегодня вот заселяю рой в тарак обратно в улей к материнской семье. Позавчера сюда такую процедуру проводил. Вышел этот рой с задержкой, 10 дней почти. Так что в нем присутствует много маток молодых. И поставил я решетку с разделительной решетки, что на мед ставить, сделанная узкая отпиленная лента. Поставил я и фильтрую этот рой на наличие маток. Сразу, когда высыпал рой на доску, то заметил его матку хорошую такую, бегая. Светлая матка, полоски желтые такие между перепонок. Ну, более-менее светлые, и лапки светлые. Снизу тоже пузик светлый. А это вот, благодаря решетке, отловил такую вот матку я. У нее снизу то светловатое пузо и лапки, но мельче немного она и более такая темная. Если сверху глядеть, то полоски присутствуют такие, в основном темные. Она уже кончается, то и голову отпилил, чтобы не мучилась, так как она не надо нам. Я оставлю вот эту матку, она более светлая. Это с тех маток, что я покуда словил. В этом рое вот уже одну я словил, одну убрали мы. А в этом, что позавчера словил, было 4 матки. Тоже одну более светлую словил, остальных всех полностью уничтожал. Ну, когда рой второй уже выходит с улья, вторая, кто в улей по-любому выходит, и матки еще с маточников. Когда обрывал, было, наверное, штук 8 вышедших маточников, около 10 даже. И вот, когда пчел перебирал, я их перебрал, все маточники оборвал, это материнская семья, оборвал все маточники, и когда это дело мы делали, на рамку наверх выбегла матка. Пришлось ее тоже убрать. То, что была такая темно-темная. Даже полосок желтых не было. Ну, в маточниках там тоже были такие светловатые матки, хорошие. Но когда обрывали их, сразу уничтожали сдавливанием маточника. Хотя было можно и перебрать и выбрать еще более желтую. Ну, тех маток, что в маточниках находятся, я особо не стремлюсь в улей сажать, то что в раю уже 100% летные матки. А в маточнике может быть там или клещом поврежденная, или так еще дефект у матки. И будет, может быть, нелетная. Вот эту я когда словил, вот в клеточку сходил, я помещение выпустил. Матка летая хорошо, еще в стекло головой бухнулась. Так что ее и ставим. Ну, в улье там по-любому еще матки остались, думаю, то, конечно, ей будет больше шансов даже в битве выиграть этой матке. Чем вот я одну убрал, и когда смотрел, одну убрал, уже две убрал. Это две конкурентки темные. А обычно темные, они более верткие матки. Так что вот это крупно-крупная, хотя и не плодная. Когда будет плодная, будет совсем крупнейшая. Эта семья у меня Бакфаст, наверное, на третьем поколении. Такие они темные. Если мне отличишь особо, ну, нормальные пчелы в том году. Пытались маточники заложить, а пообрывал, так и не роились. А в этом году, когда выпустили первый рой, то матку я старую пчеловодам отдал, знакомым, плодную. Бакфаст это был во втором поколении или в третьем, не знаю. Покупал я у знакомого тоже. То
не похоже особо что-то на бахвастов, но видно есть что-то, помесь. То, что и плодовитые, и медовитые. А это уже от той матки покупной получается рой. Ну такая вот, видно, полоски желтые. Когда оплоднится, то уже будет больше толсто станет, будут полоски еще больше выделяться. Это то, что, конечно, хотелось бы ставить, но если ульи будут еще матки, то, думаю, навряд ли именно она останется. Все, тут в районе он бегает, пчелы. Сейчас я поставлю к доске, да хай забегает. А чтобы не вытрушивать их, приставил вот его к доске вплотную, к сходням. Сейчас они вот бегают туда-сюда, найдут дорожку и пойдут через этот уголок улей. Хай только обойдутся его по периметру, толпа вон та, что наверх полезла. Обойдут сюда до угла и, думаю, по-любому найдут сейчас дорогу в улей. Покуда будем высматривать маток еще. Под доской у нас целая его жменья пчел висит там. Сейчас я уберу. Потихоньку подниму эту доску. Надо сделать специальную доску такую для раи струшивать, чтобы плотно к стенке прилегало. О, видно, чтобы на землю не упали. Опа, поднял мини-рой, гроздь такая пчелок. Может быть и матка где под доской сюда. Ну что, сейчас я убрал эту, то они оттуда вот начнут вылазить, улей заходить. Да почти весь рой забег. А там по районе бегают. Там тот угол забились. А там вверх районе, где они сидят. Наверное, больше роем пахнет, так туда пошли. Ну вон, начали сюда, гляжу, забегать. Сейчас переменю местами, короче. Поставим верхом к доске. А то сбеглись в одну кучу, да и сидят. Думал, сами найдут дорогу. О. Переставлю эту сторону, что тут была к доске. Сейчас она его пойдет сухла. И с этой стороны купа пчел целая. На доске. Тихонько подниму. Леха там. Что-то. О. Под доску залезли. Бляха, на землю струсил. Да. Стукнул по зеркалу, так на землю полетели. На какую землю? На траву. Трава не грязная. Послетают. Того. Все летные. О, сразу с районе повалили. В улей. С этой стороны. И опять же туда набегли уже что-то. Труд не что самолеты летают. Короче, буду пасти маток. И потом эту запустим.
верхний литок. И если желтейшая не будет, если найду желтейшую, более верткую, так, наверное, запущу ее в улей вместо той, что в клеточке. О, сыроевы не пошли. Нашли короткий ход. Полным ходом повалили. Крапива мешает. Так. Ну вот вроде две матки были. В улей, наверное. О, щедро белая. Тоже светлая, вот она видно. Зашилась в гущу пчел сюда. Ну-ка, сейчас мы вывернем оттуда. Третья матка. Где-то она делась. Приховалась под литок, пошла. Ну, тоже светлая. Сейчас я эту гармошку сверну вниз. Там, наверное, не одна матка. Уже третья получается. Ну, маток богато будет, конечно. Рой второй не по сроку вышел, а пересидел 10 дней. Вот маточка, видно, вот. Сходил, ветку сухую взял с дерева. Где-то она делась. О. Красиво, конечно, ну куда мне здесь из маток же не будет гулять. О, взлетела. Летающая еще, кстати. А где-то она делась, вон полетела. В районе. В районе бухнулась, походу. А ну-ка. Ну, летая хорошо. Где-то в районе села она, бачу. Уже, может, покуда обошел, так забегла назад. Смотрим, смотрим. Не видно. Наверное, покуда обошел вокруг улья, так. Улей опять полетела. Ну, то, что я сразу трусанул, что сейчас сидит в клеточке. Я руками словил. Легко. Никуда не летела. Это вот сразу от рук полетела. Возвращусь на эту сторону лучше. А что будем выбирать? Мне понравится это, что... Ну, это пожелтее этой, что вот только что ловили мы. Больше желтая. Выберем, что получше. Но более по-любому все что-то будет. Помимо этих маток. Трутня много. Если в улей еще маток пару будет. За ночь, думаю, разберутся. Вот и летая матка. Он летает, летает. Темненькая. Упала вот она. В толпе где-то. Вот она на кончике палочки. Не, это вот матка. Ну тоже светлая, ну верткая. Побегла к улью этой крошотки. Ладно, покуда я трогать не буду. Ай, поживе. В свое время. Так. Выделу с подлетка эту купу небольшую. Трутень прилетел. Так. Может, еще и под летком где будет. Ну, уже три матки в раю было. Это что, первую свою, она более-более такая желтая. Пузо желтая полностью, кончик только черненький. Снизу это. И сверху полоски хорошие. А вот это что на летке более темное. Труд не троху малину портит, все это решетку забивает, да плохо пчелы проходят. Так уже почти. Не знаю. Клеточка одна у меня, так бы вся клеточку взял бы, посадил.
Да, выбрал, что получше. Это она оделась. А вот матку сразу среди этой толпы заметно. На кончике палки будя я достаю. Вот она. Конечно, красивая. Но пузик более черный такие. Снизу черный более и... Во. Словил я, короче, ее. Наверное, не буду оставлять. Она и снизу черная. Итак. Будем убирать ее. Жалко, конечно. 10 маток мне не надо. Все. Темнее это оказалось, что я словил. В этой полоске желтой присутствует, а то полоски и снизу желтая, но какая-то она медленная, там больше резвые были, две те, что уничтожены. Так, ладно, смотрим далее. Пока эти пчелы, что под это залазить, особо не любят, чтобы их ветками сметали, сгребали или чем-нибудь еще. Ну, потихоньку. О, еще матка где-то была, короче. Вон она пошла. Четвертая уже. А ну-ка, иди сюда. Тоже темная. Отлов маток, короче, уже вот две трети отсюда убрал, две три. Четвертая тут еще не так. В этом рое четыре уже. Сейчас думаю, это не вообще будут. Четыре матки. Ну когда маточники срывал, там тоже более желтые были. Желтые и мелковатые более такие. Ну, маточники мелкие, а их решил не разглядывать, что там внутри, сразу убирать. Уже вызревшие некоторые были. Так вот, там более мелкие, нужен желчей немного матки даже. Что-то это замерзло, наверное. Хотя на улице 20 градусов, только-то она медленная сильно. Мы это улиток сейчас запустим верхний. Все хоть что были, три штуки. Все три. Какие-то темные. Серые более. Ладно. Сейчас эту матку, чтобы она тут долго не сидела, запущу в улицу. А то, видно, уже подмерзла. Вот. Сейчас смотрите. Если не полетит никуда. Что-то она какая-то стала. Неякая. Ну, на улице прохладно. Днем 19 было, а сейчас я не знаю сколько. Вот, маточка, бляха, не задавите ее. Более желтая. Все, пошла в леток верхний. Так, пчелы не трогайте, там все нормально. Короче, закрываем. Ну что-то она мне не нравится, может ее побили? До этого немного потрепали, так она такая, какая-то медленная. Ну, в помещении заносил, открыл клеточку, на окно стартануло, аж стекло шибанулось. Хотя бы не повредило себе, когда в стекло хлопнуло.
Ну, больше маток не видно. Чтоб так было. Труд не одни. Короче, на этот рой, на вторах, тоже 4 матки пришлось. Это все из-за того, что не по сроках повыходили рои. Стадо баранов пошло. Прогнал копытных, чтоб пчелы не покусали. Так, матку я выпустил, эту, что планировал. Верхний литок пошла. Ну, конечно, эти вот, что мы ловили, были порезвей. Да, немного резвей были. Ну, что делать? Резвей, не резвей. Захотелось матку более желтую. Если, дай бог, в улье не осталось маток, так она и останется, если облетится нормально. Так она и останется, эта матка. Ну, а если там что-то было более верткое, юркое, то осталось, если так, может, убить ее, конечно. Ну, будем смотреть. Наверное, решетку эту не буду убирать. А и постоит ночь. Они за ночь разберутся. Пчелы сюда поднесут, что будет к решетке. Потом я уберу. Хотя тут немного. Ладно, уберу и решетку. Уберу, да еще. Буду заканчивать я на этом. Рой зашел весь. Лишних 3 матки убрали. Выпустили одну единственную. Будем надеяться, что она и приживется. Кому было интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. Всего хорошего.